Мы находимся на берегу реки Северский Донец в городе Светогорске. Сейчас наблюдаем так называемый ледоход. Но это не весенний ледоход. Это ледоход, связанный с замерзанием реки. Потому что сегодня ударили морозы. Сейчас минус 10 градусов. Вскоре река замерзнет. И затем она будет находиться в состоянии, так сказать, скованным льдом. Мы видим сейчас, что у берега реки уже образовался лед, а посредине реки льдины с верхнего течения, которые затем превратятся в сплошной лед, и река замерзнет. Северский Донец замерзает довольно редко, когда морозы бывают от минус 10 градусов. Это связано с большим течением и глубиной реки в этом районе. Хотя водоплавающие остаются пока еще формы, им по всей видимости хватает, и они никуда не собираются улетать. Ну, а льдин становится сейчас все больше. Сейчас я покажу вам льдины, которые проплывают противоположного берега и вскоре Донец замерзнет.